Всем привет! Сегодня готовлю печенье из овсяных хлопьев с медом. Ароматное, домашнее, мягкое и вкусное печенье будут хорошим дополнением к чаю или кофе. В сливочное масло комнатной температуры добавлю сахар и разотру. Масло желательно растереть добела. Добавлю туда 3 столовые ложки меда. И перемешу все миксером. Отправлю туда же 3 столовые ложки сметаны. И все хорошо размешу. Добавлю одно яйцо и перебью слегка миксером. Добавлю 1 стакан овсяных хлопьев. И буду постепенно всыпать муку. Муку я предварительно просеяла. И в муку необходимо добавить 1/2 чайной ложки соды. Муку перемешиваю с содой и добавляю к общей массе. Муки может понадобиться еще немного, поэтому подсыпать муку стоит по мере ее необходимости. Выкладываю тесто на припыленную мукой поверхность и буду собирать тесто в комок. Муку буду использовать по мере необходимости, так как тесто довольно-таки липкое и мне нужно раскатать его в общий один пласт. Чтобы мне было удобно работать с тестом, я буду присыпать муку столько, сколько тесто в себя вберет, но не забивать сильно тесто мукой. Тесто должно быть очень мягким и податливым, но при этом не прилипать к рабочей поверхности, либо к скалке, чтобы было удобнее с ним работать. Поэтому ориентируйтесь по своему количеству муки. Тесто раскатаю в один общий пласт толщиной примерно около 5 мм. Сильно тонкое тесто раскатывать не старайтесь, так как печенье при выпечке не очень сильно поднимаются. Выемкой вырежу из теста фигурки. Я буду использовать готовую формочку в виде цветка, но можно также воспользоваться бокалом, рюмкой, стаканом, либо просто нарезать ножом на ромбики. Из данного количества теста у меня получается ровно 2 противня печенья. Противень у меня стандартный для стандартной обычной духовки. Готовые вырезанные печеньки переложу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и буду отправлять в хорошо разогретую духовку при 200-220 градусах на 10-15 минут. Печенья получились очень мягкие, румяные и ароматные. Присыплю их сейчас сахарной пудрой и буду подавать к столу. Очень простой и быстрый рецепт. Время приготовления заняло у меня 10-15 минут, плюс 10 минут на выпечку. И вот такое домашнее мягкое печенье у меня сегодня к чаю. Овсяные хлопья не сильно ощущаются в печенье, но зато аромат меда делает их очень вкусными. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки или пишите мне комментарий, мне будет очень приятно. Всем приятного аппетита, всего хорошего и до новых встреч!